Заседание городского совета депутатов вел Юрий Райхман. Первым вопросом повестки дня стала отправка в отставку главы поселения Воскресенск Виталия Лощенова. Удаление в отставку главы городского поселения Воскресенск, Воскресенского муниципального района Московской области Лощенова Виталия Ивановича. По инициативе группы депутатов на основании представления Воскресенской городской прокуратуры Московской области об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Депутаты голосовали по этому вопросу за закрытыми дверями. Причиной представления прокуратуры находились персональные данные Виталия Лощенова, и он пожелал, чтобы средства массовой информации вышли из зала. Во время отсутствия СМИ депутаты проголосовали за отставку Лощенова и избрали временно исполняющим обязанности главы городского поселения Воскресенск Алексея Володовича. Это, скорее всего, эволюционный процесс, который продолжается в нашем городе. Поэтому к этому относиться надо просто и с терпимостью. Виталий Иванович остается на данный момент нашей коллегой, поэтому большое спасибо за работу команды Володовича Алексея Сергеевича, исполняющего обязанности главы городского поселения Воскресенск, не является только его коллеги, то есть депутаты, то есть вы. Я один из вас и ничего больше. Спасибо вам за тот кредит доверия, который вы мне сегодня высказали, выдали и поддержали. Народные избранники готовы оказывать поддержку Алексею Сергеевичу и выразили надежду на решение многих проблем. Заняться развитием экономикой и развитием нашего города и района. Тащить сюда инвесторов, делать условия для их деятельности самыми благоприятными, чтобы наконец-то наш город и наш район начали процветать. Я надеюсь, что все вопросы, которые будут связаны с городом, то бишь в развитии и улучшении нашего города, мы будем все делать согласованно и коллегиально. Я хочу пожелать исполняющим обязанности главы города Воскресенска Владовичу Алексею Сергеевичу прежде всего как бы терпения. Мы поддержим. На заседании депутаты проголосовали и за внесение изменений в бюджет поселения Воскресенск на 2017 год. Основные изменения связаны с поступившими из Московской области документами о выделении ассигнований в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» на архитектурную подсветку зданий, внесение изменений в программу Московской области, ремонт подъездов многоквартирных домов. После рассмотрения этого и других вопросов народные избранники назначили дату следующего заседания городского совета депутатов на 22 сентября. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.